Всем привет! Продолжаем рассматривать скульптуры, картины художников. Никола Пуссон, Дионисий, 17 век. Холст, масло, 98/73. Никола Пуссон является одним из мастеров, входящим в число лучших представителей европейской живописи. Он был признанным главой национальной французской школы. Художник совершил множество путешествий, изучил опыт своих предшественников. Он писал произведения на мифологический и религиозный сюжет, а также сцены из древней истории. В творчестве Пуссона преобладала античная тематика. Древняя Греция представлялась ему как прекрасный мир, в котором живут и действуют идеальные люди. В данном полотне центральное место принадлежит главному герою. Вокруг суетятся очаровательные пухлые путти. Один, взлетев, венчает его лавровым венком, другой подает виноградную лозу. Третий старательно завязывает Дионисию сандалию. В некотором отдалении от молодого мужчины сидит прекрасная пастушка, облаченная в гематий горчично-золотого цвета. Под столом в нижнем левом углу картины лежат театральные маски, как намек на то, что развитие культа именно этого древнегреческого бога привело к возникновению театра. Вот такое описание нашел в интернете к работе Дионисий, 18 век, Никола Пуссон. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными, текстом «Великий музей мира». До свидания.